Остатки золотой осени. Это то, что вы хотели мне показать, да? Ну просто поверь, это было красиво. Хочешь, я фотку сделаю? Да ладно, верю на слово. Здесь, короче, очень борзые все. Гуси, утки. Они все сюда идут. Она думает, у нас есть что поесть. Здесь только сейчас такая, вам что-нибудь подсказать? Куда пройти? Я не хочу ничего говорить, но они плывут все сюда. Мам. Мы на обратном пути к вам зайдем, хорошо? Они такие тебе, хорошо. Понятно. Все на тебя бежит оголтелая стая голодных уток. С претензией, с явно. Так, все, утки, до встречи, пошлите. Самый большой океанариум в Европе. А сейчас пойдем в Москвариум. Вон туда. Что, здесь надо? Да, ага. Это вода реально льется ведь, да? То есть вот эта голубенькая, это вода. Здорово. Рыбки. Как они? Марки? Ой, смотри, какие большие. Дым им пускают. Я не знаю, что делать. Только одну вещь так будете долго разглядывать, там несколько, там 80 аквариумов. Здорово, мне это очень понравилось, этот эффект воды. Падающая вода. Ладно, идем дальше. Это можно сделать фотографию. Тут вот скат наверху большой. А это вход.
большой аквариум.
поднялись на второй этаж. Из аквариума и на первом, и на втором. И на втором этаже есть экспозиция касатки дельфинов. Да, это затопленный лес, экспозиция сверху. Действительно, затопленный лес. Огромные монстры затопленного леса. Вот это размер. А здесь водопад. Вода над головой. Акулы. И надо мной, кстати, тоже вода. Thank you.
Никто не хочет себе домой такого мишку? Прикольненький такой мишка. Ну вот, нагулявшись, насмотревшись подводного мира, наш путь лежит уже домой. Сейчас времени немного. Всего 6 часов, наверное, да? 6:30. Но уже темно, сыро, поэтому мы покидаем парк и едем домой. Останкинская башня, как чулок вязаный, вся разноцветная. Шпиль, правда, не видно, он куда-то в туман уходит. Свет валим, утки нас засекли. Черт.